такой же заляпанный объектив. Всем привет, меня зовут Сергей, и я из творческого объединения SameFrame. И, в общем, это небольшой ролик о том, как мы снимали наш фильм SCP. Почему SCP? Ну, наш первый фильм вообще, вот, который назывался Renovation, он был в жанре мистический триллер, и на самом деле очень понравился почему-то этот жанр, не знаю, какой я такой поклонник разных жанров, но вот секретный материал и все в таком духе, что-то вот очень, очень нравится. И как-то наткнулся я в интернете на страничку такого сайта, как SCP Foundation. Это как бы страничка выглядела более чем серьезно, то есть страничка походила на такой архив неких реальных секретных материалов о разных аномальных объектах, и вообще, в принципе, пару статей было достаточно, чтобы уже наложить кирпичей по полной. Вообще, SCP — это вымышленная организация, которая занимается поиском, контролем, изучением аномальных объектов. Вот, объекты, они описываются в различных статьях и имеют, то есть, свои какие-то номера. 184. Ну, давай. Оп. Мотор. Федор, внутреннее кровотечение. Следы крови. Следы крови больше не было обнаружено на всей квартире. На всей квартире, сука. В нашем фильме мы показали три таких аномальных объекта вот из этой организации. Это был SCP-004, это история о двери и о 12 ключах. SCP-178, это второй эпизод был, про 3D-очки, через которых были видны, через которые можно было увидеть там каких-то существ реально стрёмных. И третий эпизод, SCP-093, про диск, про объект, который был найден в Красном море и который позволял попадать в другой мир. Стоп! Как два алкаша! Ним, иди! Не удалось снять в полной мере вообще, как хотелось бы. Просто нет такого бюджета и таких возможностей, чтобы реально снять и показать это именно так, как хотелось бы, как описано в статьях. 0101. На торсе было обнаружено значительный порядок. Хотите взглянуть? Блять, да? Хотите взглянуть еще на цели? Только молчи. Мотор. Да? Да, мотор. Ну пробуем. Итак. Нормально. SCP-004, это первый эпизод был нашего фильма. Снимали мы в подсобке на краю парка отдыха в нашем городе. Эта подсобка когда-то вообще была кассой для продажи билетов на танцплощадку, которая на улице находилась. Ну и дверь там такая стояла, вот одинокая дверь, которая вот реально так как-то выделялась на краю прямо. Там, конечно, были внутри этой подсобки куча всякого хлама, белые стены, поэтому как бы пришлось потом замазывать, чтобы на картинке выглядела, вот когда эта дверь открывалась, чтобы она выглядела реально, как будто там огромное помещение какое-то, ничего не видно, темнота. Вот. Ну, первый эпизод было реально как бы снимать прикольно. Мотор. Второй эпизод, он был про 3D-очки, через которых реально, ну, которые и так было носить вообще смешно, но по описанию вообще через них можно было увидеть каких-то существ, которые живут. То есть существуют, так сказать, рядом, но то есть их просто так не видно. Вот, и мы снимали вообще все это в гараже, ну, большую часть этого эпизода в гараже у нашего актера, моего друга Антона Ковалева. Что я делал в... Еще раз, Тоха, не слай. И прошло. Что прошло? Очки вообще нашли очень быстро, а вот помещение было проблема найти, поэтому в итоге все сошлось на то, что я купил материал белый,
мы обтянули им, Жора Лашкевич нам очень помог тоже, мы обтянули им полностью гараж и, в принципе, поставили там свет, какой был, и там снимали. Снимать приходилось, конечно, в очень ограниченном пространстве, к тому же снимали зимой, было реально холодно, прожектора нагревали еще немного помещения, начинало капать, и довольно-таки все это было непросто. Ну, привет. Ну, стоп. Ну, отлично. Все. Слушай, как может быть сам... Все это дерьмо. Отходи, отходи. В угол, смотри на очки, по сторонам оглядывайся. Костюмы, кстати, вот сотрудников класса D, их этот костюм купил Женя Писаренок, ему спасибо отдельно, он был один. Правда, мы хотели оранжевый, но нам принесли почему-то совсем другой цвет. Ну, с этим цветом и снимали. Местами приходилось даже вот где два человека в кадре снимать комбинированно, то есть по отдельности каждого, потому что костюм был один. Подходишь, давай, смотришь на того чувака, на угол, на того чувака стоишь. 4, скажи ему что-нибудь, покажи пальцем. 6, 7. 8. 9, так, теперь отойди, 10, он идет в угол и начинает 11, сейчас смотреть 12, в очки. Одевай 12, за ним, пугайся. 14, хлоп, он 12, умирает. Падай, 12, падай. 17. Монстр в данном эпизоде делал Виталик. Ему отдельное спасибо. То есть сначала, конечно, я начал делать что-то там по 3D, но мне не совсем понравилось. Да я к тому же не специалист по 3D. А вот у Виталика классно, в принципе, получилась моделька. Тяжело вообще работать в 3D, Виталик? Нет. Но... Сижу я, значит, такой, Pixar, подтягиваю двойной капучино, работаю над Зверополисом. Я сделал две модели. Модель лица и модель монстра для второй серии. Тот изначальный концепт, который ты мне предложил, его пришлось нехерово так переработать и сделать что-нибудь вразумительное. Сзади что-то, Сергей. Мама сказала, одень очки. Не, это вырежи, это я не говорил. Там уже кто-то зло идет на меня. Зло. Спускайся дальше. Третий эпизод SCP, он получился самый длинный. Это был эпизод об объекте с Красного моря. По описанию это такой небольшой диск, который, если перелепить на зеркало, то он открывал проход в другой мир. Была возможность, конечно, и с воздуха поснимать, и хотел собрать много народа там, и то есть сделать более масштабно. Ну, как обычно здесь у нас происходит, и никто не собрался толком, как получилось, так получилось. Играл одну из главных ролей, играл простого тинейджера, студента, который приехал с отпуска и привез некую своему другу. Что было сложного в съемках SCP? Ну, все-таки, скорее всего, как говорил Пастернак, сходить скорее всего, понимать, как ты выглядишь на камеру. Не знаю, актерское мастерство, я не актер, поэтому... Завтра заезжай, как раз тебе сувенир отдам. Ну, ребята, там пока, привет. Слушай, как дела? Как съесть? При съемках в лесу снимали мы целый день. Вначале планировался у нас квадрокоптер, но не получилось. Вот. Ну, было весело на самом деле, но потом не очень, потому что приходилось много падать. Более подробно вот тут. Выйди, да, я панораму сниму Ваньке. Вот такая вот. Вообще бюджет фильма был, наверное, где-то $30-50. Ну, это не считая того, что еще вот когда на Indiegogo запускали компанию по сбору средств на продолжение, там как бы я еще вкинул где-то свои $50, чтобы там как-то продвинуть компанию. Но... Я больше не работаю с тобой. Музыку писали, вот, кстати, разные ребята. Василий Дидыч вот очень помог, Слан Бельченков, он вообще тоже классно написал. Съемки помогал Леша Сойко, вот он в некоторых местах снимал, то есть оператором был. То есть, а так вообще своими все силами и снимали все на зеркалку, в основном на Canon 600D, то есть вообще, конечно. Если человек стоит того, чтобы открыть эту чертову дверь.
Насчет продолжения, ну, пускай хоть какая-то интрига останется, потому что, ну, да, скажу честно, были какие-то предложения со стороны, там, продвинуть все это дело, но я надеюсь, что, конечно, там что-нибудь получится вообще в целом. Вообще, спасибо отдельно всем за поддержку, конечно, подписчикам группы, подписчикам канала, тем, кто там комментарии строчит тоже, и тем, кто там размещал этот ролик там на других сайтах. То есть, как бы без вас тут этот ролик так бы остался где-нибудь в группе, там посмотрело бы его 5-10 человек. Ну, надеюсь, что да, сможем что-то сделать дальше. Мои любимые мистические фильмы Renovation, SCP-1, SCP-эпизод 2, SCP-эпизод 3. Ну, возможно, SCP-эпизод 4, если он выйдет, конечно. А он выйдет? Какая тишина кругом.